The mobilization in Russia is unfair. That's the statement I hear more and more oftenly from Russian people themselves. And it's good. It makes the situation in Russia more unstable and more people become upset with the Russian government. Just listen to this intercepted phone call to find more about it. Как бы это дальше не кончилось ядерной войной, нам уже... В Запорожье они все, они не уйдут, не скажут, что Россия уходит, они скажут нет. Или это понятно, что они не примут результаты референдума, и весь мир не принимает. Ни Америка, ни черт, даже если выборы пройдут и все согласятся, мы не признаем. Никто не признает. Короче, самая большая мобилизация – это Курск, Белгород будет и Воронежская область, приграничные территории. С Москвы 50 человек уехало, а сегодня с Россоши, с маленькой, 300 только. 300 человек забрали, блин, одним днем. Ольховатка, вот эти вот все, Криничная, короче, с деревень забирают. Потому что Москва сейчас поднимет сразу забастовку, выйдут на Красную площадь. А мы молчим, потому что маленький провинциальный городок. Валите надо с приграничных городов. Нельзя. Приказ губернатора Воронежской области подписан. Все невыездные. Никому нельзя выезжать. Не с области, с города. Где приписано, оттуда выезжать нельзя. С Россоши в деревню нельзя, с деревни в Россош нельзя. Везде пограничники стоят. А за бегство, ну, от мобилизации, от уклонения? 15. 3 года. Нет, 3 пока, от 3 до 15, да. Ну, 3, это, наверное, если тебя в ближайшее время поймают, а если через 10 лет прятаться будешь 10 лет, ну, тогда, наверное, уже строгач будет. Пока 3 года. Уклонение от мобилизации. Поэтому все сидят, вон по домам позакрывались, сидят, все плачут и ждут. Понятно. Страшно, что-то вообще ужасное происходит. И главное, что только приграничные территории. Питер вообще не трогают, Москву вообще не трогают. А мы тут как эти, блин. Никому не нужны, можно пожертвовать. Тут же оказывается то, что там в военнике написано, что там кто повар, кто пекарь, кто это же еще ни о чем не говорит. Там есть код военный ВУС, военная специальность. Так вот мы папин код расшифровали, он оказывается старше зенитной установки. А вот я ее в глаза не видел, но кого же интересно в военкомате, сейчас же отбор идет по этим вот кодам. Это нормальная, кстати, тема. Отлично, конечно, в 46 лет. Еще он там, блин, со своей коленкой с больной ходит, хромает. На войне там бегать будет. And if some of you think that the mobilization will make a big difference on the front line, then you really should listen to the next interception. Let's go. Что-то случилось, нормально все. Мама не слышит? Нет. Короче, как ты и просил, у нас все нормально. Но извини, нас вчера. Так сказать. Очень сильно. 8 человек уехали в госпиталь. Без ног, без рук. Все живы, но раненые. 8 человек у нас забрали вчера. Сейчас неизвестно, что происходит, потому что аппараты говорят, мы то ли в кругу, то ли хрен пойми где. Вот. Короче, сейчас непонятно, что происходит. Думаю, да, тебе сообщу об этом. Вот. Мобилизацию сейчас объявили. Мобилизация. Пап, понимаешь, вчера 3 снаряда. И третий 8 забрал, понимаешь? Саль, да понимаю, все нормально. Да это жив-здоров, нормально все. Попаниковал вчера, правда, пацанов когда таскал, а так нормально все. Тебя там в списках нигде нету, а то он, люди говорят, уже списки есть какие-то. Саль, я не знаю. Ну, давай ты только не суйся сюда. Да и тебе повестку принесут, как не смеют? Ну, военком у тебя же связь есть, решает вопрос. Я понимаю, но если... As for me, it's much better to spend like 3 years in the prison rather than go to the front line and possibly die. Anyways, thanks so much for your attention and support. Please leave a like and comment under this video to help me out on YouTube. I'm looking forward to see you again very soon. And goodbye to y'all.